Ты перед тем, как Крымский мост был построен, все время говорил о том, что Крымского моста не будет. Ребята, не будет Крымского моста. Я же не подумала, слушай, так ты таки оказался прав. Я думаю, что в скором времени. Меня троллили постоянно. Я же, смотри, я же не пророк и не предсказатель. Я просто вслух рассуждал. Я говорил о том, что чемпионата мира по футболу в России не будет. И Крымского моста не будет. Ну вот и мне там несколько лет назад постоянно говорили, ну вы же сказали, что чемпионата мира по футболу в России не будет. Я говорю, а что он был? А разве то, что было пародия, это купленное, можно назвать чемпионатом? Это что, чемпионат мира по футболу? А говорили, а вы сказали, что Северного потока 2 не будет. Я говорю, а что он есть? А что, есть «Северный поток-2», он работает? А вы сказали, Крымского моста не будет, а он стоит. Я говорю, подождите, скоро не будет стоять. Причем у всех у вас не будет стоять. Мне нравится. Хороший прогноз ты даешь. У меня будет. Сразу скажу, у меня будет.